Вот эти позиции тоже идут на промо-акцию минус 30%, если покупка на 1000 евро. Это Burberry. Здесь вот такие вот курточки. Сейчас я вам покажу. Черная с капюшоном, она плащевочного материала с каким-то легким наполнителем все-таки есть, ну такая утепленная внутри. Цена, видите, цена 575 евро и минус 30% будет применяться к ней, если покупочка на 1000 евро. Такая же есть еще в фисташковом цвете, точно такая же, с капюшоном, с пояском. Ну такая, знаете, куртка на каждый день. Это, конечно, не зимний вариант, но ранняя осень, либо весна, только наступающая от холода. Да, ну европейская зима вполне, потому что у нас здесь нет морозов. Это точно такая же, да? Угу. И вот такая стёганая. Зелененького цвета. Посмотрим цену. $565 и будет применяться минус 30%. Точно такая же черного цвета есть. Точно такая же модель. Ну и, соответственно, цена точно такая же. Я хочу сказать, что достойная вещь. Достаточно длинненькая. В клеточку здесь капюшончик, что очень красиво, да? Воротничок, капюшон отстегивается. Цена точно такая же. Точно такая же. И это то же самое. Так, и я хочу сказать, что у Burberry сейчас практически на всю коллекцию это скидка на 1000 евро минус 30%. Подписывайтесь в мою группу Telegram, и вы будете видеть всю публикацию этого бренда. Скоро выйдет на YouTube, но подписывайтесь в мою группу Telegram, если вы хотите собрать посылочку, чтобы я отправила в вашу страну. Жду ваших заказов. Это все я отфотографировала, уже на телеграм-канале есть. И когда я еду в Outlet, я всегда говорю, что я еду. Многие клиенты уже знают и, соответственно, записываются заранее. Я могу зайти в тот или иной бренд и посмотреть то, что вам интересно. Всем до свидания, жду ваших заказов.